селе Марисала Сернурского района проходит всероссийский слет марийской молодежи. 10-й юбилейный слет, посвященный на этот раз Году добровольцев России, собрал более 100 участников из всех регионов с компактным проживанием народа Мари. Для участников подготовлена насыщенная образовательная, культурная и общественная программа. Подробности далее в нашем сюжете. В ряду со всеми районами Республики Мариэл на юбилейном слете участники из Кировской, Нижегородской и Свердловской области, а также активная молодежь из Республики Башкортостан, Удмуртии, Татарстана и Пермского края. Среди них есть участники, которые год за годом посещают слет на Марийской земле. На слете я уже третий раз. Мне здесь очень нравится. Езжу сюда, потому что здесь прям вот такой, как будто какой-то энергетический центр, что ли, где все притягивают, и люди могут обмениваться, как говорится, себя показать и других посмотреть. Мне здесь очень нравится, здесь проходят очень интересные лекции, потому что в Перми у нас таких лекций нет, потому что элементарно у нас нет ученых, которые это все изучают. И здесь мы получаем знания, которые нам нигде не получить. Программа здесь насыщенная, проходят практические занятия, встречи с известными людьми, мастер-классы, показ календарно-обрядовых праздников и многое другое. Девиз слета «Мы Мари, и мы друг другу помогаем». Помощь друг другу не только в беде, но и в обычной жизни сплочает народ. Мы становимся крепче, и поэтому мы выбрали эту тему. Тема добровольчества не только будет звучать в лекционных занятиях, а также мы предполагаем общественную работу. Наша молодежь вот именно сегодня выйдут в деревню, будут помогать уже пожилым людям, которые не хватает помощи, которые, может быть, не только помощь, а немножко даже внимания не хватает. Они с ними не только будут встречаться и будут помогать им в домашних делах. Так, например, в рамках добровольческой деятельности на родине известного марийского певца Василия Павлова в Марисале будут готовить место для установки памятной доски. Также для участников слета проводят лекции, нацеленные на знакомство с историей и культурой марийского народа. На подобных слетах я ежегодно участвую, то есть это не единственный слет в моей жизни. Я участвую в образовательных форумах, участвую в образовательных слетах подобного типа. И я думаю, что цель, итог данного слета, он очевиден. В конце слета, естественно, мы видим результат, и я думаю, этот результат воплотится и в жизни тоже. Ребята уже послушали лекции на тему «Взаимопомощь в характере марийского народа», «Воинское искусство народа Мари», «Истории народа Мари от археолога» и «Систему запретов народа Мари». Кроме этого, проводились интеллектуальные марафоны, дискуссии с участием государственных, общественных и муниципальных деятелей. Участники слета также узнали про этнический туризм, играли в традиционные марийские игры и еще раз убедились, что сила дерева в корне, а народа в поколении. Впереди еще 3 дня с не менее богатой программой. Закрытие 10-го всероссийского слета марийской молодежи пройдет в воскресенье, 8 июля.